second. Oracle. Vega squadrons, turn to pick. Возвращаемся на решающий матч, решающую игру Vega Squadron, Elements Pro Gaming, битва за выход в гранд-финал и право сразиться с Team Spirit. Счет 1-1, и, ну, во второй игре было действительно наглядно видно, что Vega тяжеловато играть любыми другими стратегиями, кроме как пушем, и здесь их Elements переиграли. Ну и в целом сделали довольно удачный пик, как мы видим, эксперименты... Лучше оставить до лучших времен. Начинают с Оракула ферстпиком. Прямо сразу верят в этого героя. Даже без каких-либо связочек. В предыдущие разы Оракула банили против Elements Pro Gaming. Боятся. Кингера на этот герой, судя по всему. А тут вот удалось в первой стадии его забрать. Там ушел бан Инвокер и Висп. Больше Инвокера Вега испугались даже. Ну что ж, будет интересно посмотреть, сколько Кингер на Оракуле хорошо отыграет. Да, ну от Веги там у нас время Мандаинг и Сайленсер. В общем-то, тоже два вполне таких хороших героя, на которых Вега могут катать. Для замены 5-5 хороши. Да, против Оракула как раз-таки можно дать вовремя Сала, не дать ему кого-то спасти. Ну и в целом у нас сегодня уже был Сайленсер. Я вот не помню, от Веги ли он был или нет, разве что. Мне казалось, что от Веги. Они в матче с ВП играли, по-моему. Или, возможно, с Team Spirit играли. А, Team Spirit играли как раз-таки против элементов. И у них там был Сайленсер, убийца в конце, у которого был миллион интеллекта. И он уничтожал все. Айсберг был хорош в этой 63-минутной игре. Да, сегодня что-то очень много матчей уже было. У нас 8. Получается 8 карт, да. Это мы карт. С 16 в эфире. А могло бы быть 9. Могло бы 9, да. Ну, не 2-0. Благо еще на МДЛ довольно быстро все это у нас проходит. Без особых задержек стараются стартовать матчи. И поэтому, в общем, уже 8-я игра идет. Да, дорогие друзья, у нас 9-й час эфира, поэтому если где-то мы что-то тупим, особо нас не вините, не пинайте. Мы немножечко подустали и залипаем уже. Ну, не знаю, как ты, я уже чувствую, что плыву чуть-чуть. Легкий залипон, да. Ну, я в таком состоянии сначала, поэтому мне, в принципе, норм. На одной волне, да? Да. Я думаю, что сейчас какого-то дазла должны забирать тебе элемент. Это вообще лучшая комбинация, по-моему, из существующих с Ораклом. И интересно, что его в бане до сих пор нету. Ну, Герокоптер может собирать себе, я не знаю, 6 рапир и просто быть неуязвимым под этими. Ну, вот Квапу забанили. Посмотрим, что заберут сами. Может быть, они считают по-другому. Сами-то Вега играли с Оракулом. Ага, Ликан и опять все те же грабли. Инвокера, кстати, забанили теперь уже Вега. Видимо, слишком сильным считают этого героя. Но что элемент? Заберут они Дазла или потянут еще немножко время? Ну, было понятно, да, что генерал в той карте на Инвокера откатал очень круто. Отдавать второй раз подряд явно Вега Сквадрон были не настроены. Так, ну, Ликантроп. Хорошо, Паша отыграет. Первый карте он уже демонстрировал. Как контрить будет его интересный элемент Pro Gaming. Ну, кстати говоря, вот Оракул, пока БКБ нет, неплохо его может подзамедлить своим первым спылом. Довольно интересный. Может повесить на него как раз-таки второй спел, не дать ему вообще бить. Спелов-то у Ликана совсем нету. Правда, есть довольно много сумонов. Но думают элемент и решают, что Spirit Breaker. Кстати говоря, тоже с Ликаном может посражаться нормально. Ну там герой, который не особо сильно от Сайленсера то и страдает, в любом случае имеет возможность вгрызться в одного из оппонентов и не упускать из цели до конца драки. Хороший герой. Ну и, конечно, он особо под стиль Elements Pro Gaming очень хорошо подходит, потому что герой активный, герой абсолютно не жадный, может кангать с первых минут с получением там условно второго левела.
В общем-то, я думаю, этим и будет заниматься кто-то из суппортов Elements for Gaming. Так, ну и что, собственно, Вега, если они собрались подпушивать, Аликан все-таки намекает на это, как и Undying, да и Silencer, в общем-то, он достаточно агрессивно может отыгрывать со своим глобалом. Нужно сейчас взять какого-то им шамана, наверное, на дополнительное усиление этого пуш-потенциала. Кстати говоря, вообще неплохо шаман. Но вот пока что забирают Бэтрайдера, чтобы можно было цеплять кого-то. Ну да, то есть вырисовывается такая яркая картинка, где будет инициировать Бэтрайдер, чтобы того, кого в кого с инициировал Бэтрайдер, не спасли, будет взяться глобал. За время глобала съедается один герой. Ну и да, драка уже потом начинается с 5 на 4 уже фактически. Что, в принципе, неплохо, если дастся какого-нибудь одного из коров так вот быстро съесть. Ну, немножко тяжело будет Бэтрайдеру без глобала свой лассо реализовывать против Оракула. Все-таки Оракул снимает эффект лассо своим ультимейтом, как выяснилось. И вообще глобал, да. Много полезных вещей делает. Здесь какую-то контру глобала прежде всего и вешать на Оракула. Вот идеально бы зашел со своим этим, господи... Лотус Орбом Абадон, который был в первой игре, в первом матче. Кстати, да, Абадон весьма хорош был бы здесь. То есть поставить условно на оффлейн спиритбрекер плюс Абадон, довольно сильная дабл-линия получится. Оракл, Кирокоптер на легкую. И так можно играть. Ну вот забрали Дарксира. Но я больше про то, что как бы снимать с Оракула. Но это такое, то есть ради только этой комбинации, которую можно использовать только когда он нафармит Лотус Орб, естественно, брать его не будут. Взяли Дарксира под комбинацию со Спирит Брейкером легкую. Так, ну и что Вайпер? Вот Вайпер это как раз-таки бан под Оракула. Очень хорошо Вега сами. Ну, я не знаю, в курсе ли Elements Pro Gaming про эту комбинацию, что Вайпер с магическим резистом получает гораздо меньше дэмэджа от третьего спыла, а при этом его здорово захиливать можно. Вайпер становится неубиваемым. Ну и ВР-ку. Два мидера осталось. No One и Генерал. Ну, а что у нас в топ-поле получается? Есть Дамдарочка, есть Dragon Knight. Который, в принципе, кстати, для пуша был бы неплох, наверное, Вега Сквадрон. Также может залетать, как бы Бэтрайдер инициировать. Что еще? Там стата подъехал, что Ликан 6 раз играл против Гирыча и 5 раз выиграл. Довольно-таки неплохая показательная статистика, насколько вот силен Ликан в этом патче как раз. И я, честно говоря, вспоминаю, что очень много раз Гирокоптеру действительно тяжело приходилось. Ликан все-таки очень мобильный, хотя вроде бы там нужно много чего, чтобы переживать свои все спылы. Тем не менее, как много времени остается у Elements. Ну, Elements тоже думают, и точнее у Веги, у Elements мало времени, но они сейчас думают, уже примерно представляют, что они хотят взять. Может быть, какой-то запасной вариант нужно обдумать. Потому что 7 секунд это очень мало. Да, Вега прям взялись. Квапы нету, инвокера нету, верочки нету. Что у нас там еще на миде сегодня было? Ну, эти-то из элемент смогут вообще все что угодно взять. Ну да, ребятки любят поэкспериментировать. Death Prophet появилась у нас внезапно, пару часов назад, в 6.86B-версии. Ее тоже можно взять. Темпларка, Dragon Knight, SF, которого все просто-напросто позабыли, да, после того, как патч новый вышел. SF вообще здесь норм будет, мне кажется. Немножко тяжело против Spirit Breaker будет, может быть, но... А, ну хотя, с другой стороны, это может быть и саппорт у Веги, а не мидер, потому что Сайленсера отправят на мид. Да, тут много вариантов. Да, забрали Дазла. Ты знаешь, вот не очень мне нравится здесь Сайленсер на миде, он как SF на миде, то же самое. Прилетает Спирит Брейкер и нет Сайленсера, и нет SF. Ну вот взяли Дазла подсейвливать, и более того, забрали Дазла у Elements. Он как раз-таки, ну он вряд ли бы заходил здесь, но в комбинацию с Ораклом мог. Ну и здесь мидер, здесь все-таки мидер остается. Ну да, некуда этого Дазла было ставить. Да как? Ну вот я уже предвижу, как стоит этот Сайленсер на линии. Против Dragon Knight. И тут прилетает Spirit Breaker. И эти два толстяка заходят за тавр, Сайленсера просто щемит. Ну, по идее, если там будет спасать как-то Дазл, то далее Контроп останется без протекции. А это беда. Контроп без протекции тоже плохо, потому что там Дарксир. В общем, не знаю, тяжеловато, мне кажется, на линиях будет Вега Сквадрон. При этом мы понимаем, что там еще, где будет стоять Оракл, там тоже будут трудности определенные.
если я не ошибаюсь, как раз таки маг больше всех от Оракула страдал. Так что... Посмотрим, посмотрим, что у нас в итоге получится. А, напоминаю, дорогие друзья, что третья решающая карта. Здесь решается судьба команд, которая выйдет играть завтра в финале против Team Spirit. Best of 3 также. Уже непосредственно за выход на LAN-финал МДЛ. Поэтому победа нужна и той, и другой команде, соответственно, что будут стараться, будут платить. Да, будут стараться. Ну что, посмотрим, что у нас. Боже мой. Что давай по героям. По героям, да, у меня пролагивает все, но вроде бы нормально. Поехали. Так, команда Vega. Сёма The Slayer будет играть на Undying'е. Соло на Дазле, No One на Сайленсере, Бэтрайдер от Мага и Паша на Волке. Так, ну и Элемент Про Гейминг, играющий за Дайр, товарищ Лидан будет играть на Керри Гирокоптере, Йоку на Оффлейн Дарк Сири, будет у нас Генерал играет на Медовом Драгонайте, Суппорт Кингар, конечно, на Оракле, но и Скрин будет играть на Спирит Брейкере своим фирменным. Ну, вообще, тут много фирменных героев у этих игроков. Ну, для Лидана Гирокоптер это норм, Скрин, Спирит Брейкер тоже понятно. Кингар себя зарекомендовал как отличный Оракл. Ну, а... Генерал на Драконайт, собственно, и Йоку на Дарк Сири не один десяток игр переиграли, так что. Один десяток лет. Ну, лет вряд ли, конечно, но игр так точно. И собирается пятерка дружно, Элемент Про Гейминг. В общем-то, опять же, мы этим явлением не удивлены. Единственное, что чем удивлен, что нет смока какого-то и захода в чужой лес. Но они уже в теории готовы где-то подраться там на нижней руне. Было бы с кем, что Вегас Квадрон на топ пошли. Ну, видимо, схватки здесь не получится никакой. Да, все аккуратненько разошлись по линиям. Хотя могли, в общем-то, и те, и другие бы полезть. Особенно Вега со своим Бэтрайдером и Андайнгом могли там пойти с подхувлем рубиться. Но решили, что ни к чему накалять. В третьей решающей карте можно спокойненько. Так, ну что ж, посмотрим, как у нас в этот раз Ликан себя покажет. Линия у него опять непростая. Но опять, скорее всего, форманет определенное количество экспы и уйдет в лес. Ну и ждем подключения от бары, конечно. Ну и, наверное, на миде вначале сосредоточим свое внимание. Что-то у нас покажет ДК против Сала. Ну, пока Сайленсер пытается добивать крипочков. Драконайт так лишник смог неплохо первого крипа сдонайть. Ну, в общем-то, пока не получит там левел 3, мало что здесь на миде будет происходить. Зашел Дазл, перехватывает Курьера. Вот так вот нагло играет Соло. Курьера, кстати говоря, оставили возле тир 2. Драконайт играет тоже аккуратно. Его видели. Солоча. Под вардом побежался, видимо, да. Ботл забирает, спокойно уходит. Ну, тут все ок. Что там суппорты Вега делают? Вот в чем вопрос самый главный. Мы вот видим, что Дазл смещался вниз, сейчас уходит опять на нижнюю линию. А Найнга все-таки поставили на топ к Бэтрайдеру. Но вообще это неплохая линия на самом деле. То есть Бэтрайдер с Андайнгом неплохо давит. И здесь Оракл с Геркоптером не чувствует себя в безопасности. Да, тут линия непростая совсем. Бэтрайдеру здесь будет фармить очень комфортно, Гирокоптеру тяжеловато против Андайнга. Ну, до поры до времени, во всяком случае, посмотрим. Так, у нас выход на... Ну, Дазл бежит от скрина, переагривает крипов, скрин не дает. Хотя, на самом деле, это не на отвод даже, это чтобы они, наоборот, скрина побили. Скрин это не сразу, видимо, понял. Скрин повелся, потому что развернулся, начал опять с этими Дазлами драться. Нормально, Дазл ему на рейндже в итоге очень неплохо раздал. А вот сейчас уже отвод пошел. И скрин на этот раз не позволил отвести. Ну так, неплохое такое сопротивление получается Дазла и Спирит Брейкера. Слушай, ну одного крипочка таки увел. Так, Айншелл пошел, все, Соло теперь нельзя драться. Сейчас еще и Башек сработает, можно вообще погибнуть. Ой-ой-ой, Соло опасно очень. Волки вызываются, зажимают с двух сторон Соло. Соло пытался проесть себе проход, не вышло это сделать. Инферс бад для скрина. Ну тут Соло ошибся. Пока не было Айншелла, еще мог сопротивляться. Когда Дазл разменился по ХП за счет того, что он рейндж персонаж. Ну вот появился Айншелл и беда. Да, причем второго уровня уже, там дэмэдж-то очень серьезный. А Бару продолжают бить, неплохой подхил волков. Бар разбирается с волком, но на этот раз ему придется, наверное, отступить, либо хотя бы отойти подхилиться. Дарксир заходит за тавр. Элемент довольно-таки уверенно начинает эту линию давить. Здесь у Дарксира очень много крипов. И Лидан при этом не проседает сверху. И ДК более-менее стоит ровно на миде. На самом деле здесь помочь ДК сделать тот самый фраг, про который мы говорили, было бы вообще отлично. Но пока вот слишком заняты нижним убийствами, потому что скрин врывается, получает очередной эншелл, но дикей и выживает ли контроп. Соло Рип неплохой от Сёмы. До конца дерется Дарксир, конечно, забирает ли контроп, но скорее всего погибнет сам.
Вакуум дал, дэмэджа не хватает, гибнет. Ну, явно не в плюс размен. Здесь Сёма здорово перетянулся. И только за счет него эту драку удалось выиграть. Он, конечно, здорово подхилил. Здорово он дамажил. Дарксир 900 дэмэджа в драке. Но это щитки. Так, ну и что? Спиритбрейкеру бы неплохо было пробежаться бы, наверное, на мид. Скрин не хочет этого сделать пока. А, у ДК нету стана. Да, пока у ДК нету стана. И интересно, что теперь вот так вот в двойку качают. Ну да, на втором левеле 6 регена. И он, кстати, побежал на мид реально. Убежал, да. МП все равно не хватает ни на что Драгонайту. Но Спиритбрейкер просто за счет своего везения может, ну, убивать этого самого Сайленсера. Сработал Гретер Баш два раза. Сайленсер не справится с таким количеством урона. Хотя это довольно плотненько так выглядит со стороны. 731 здоровье. Вообще запас такой наравне с Драгонайтом, между прочим. Пил молоко коровье. А, жив в целом. Брэсфайр получает и 3 хп пропало. Контроль руны снизу. Так, а тут у нас Сандайинг перехватывает руну прямо из-под носа у скрина. Сёма пытается свалить. И сейчас может Сёма пострадать, потому что Айншел вешает, скрину нужен Вижен. Сюрж получает скрин, сейчас даст разгон. Ну даже просто сгубит. На. И разгончик. Давай ему разгон. Хороший удар. Боже, и он хотел жить, хотел выхиливаться, но пришел Драгонайт и Брэсфайра. Убил. Да, вот так вот за рунку отомстил. Чего? Да, не надо, не надо у спиритбрейкера воровать руну из-под носа. Это чревато смертью. Ага. Хотя Андайн сам тебе довольно плотный герой при этом. Бэтрайдер чуть не отъехал, флэг в спину залетает. Да, боже. Тут Бэтрайдеру тяжело, 170 хп остается. Но оставил его здесь зомби, поэтому Герокоптер забрал контроль над линией. А Бара бежит опять вниз, на этот раз на Ликана. Сурж пошел, но нет, вовремя разворачивается. Как же вот эти два щитка больно висят и дамажат. Ликану все тяжелее и тяжелее. Он отстает уже и от ДК, и от всех. Ну, Сайленсер пока что топ-1. ДК рядышком с ним находится по фарму. Буквально тут вот они с каждой пачкой крипов там сравниваются. Или наоборот, один другого опережать начинает. Ну, вот скрин, да, приоритет сделал вот в пользу нижней линии. Все-таки, да, для того, чтобы Ликантропу не дать расформиться. Но вот про Сайленсер, конечно, совсем забывает. Вообще не домещает нижнюю линию. Генерал, я думаю, был бы не против. Да. Но там вот сейчас есть подсейв, там стоит Undying, у которого full HP, full MP и третий уровень. Вот залетает скрин неплохо, сейчас появится просто, да, Decay. На развороте еще немножко побьет. Но One, и скрину нужно отходить. Идея-то неплохая, то есть скрин пытается быть полезным и на миде, и на нижней линии. И в принципе, где-то у него даже это получается сделать. А вот там теперь не Бэтрайдер. Ну вот в первый раз он не погиб, но в этот раз, скорее всего, просядет там. Да, заходит. Забирают его через свои нюки. Оракул получает уже третий, боже мой, Purifying Flames. Очень сильный нюк, конечно, с очень маленьким кулдауном. Только маны бы хватало. Можно раскидывать. А тем временем у Дарксира проблема. Его тут окружают, нужно делать телепорт. Ну, идет. Да, его, конечно, подхилили, но нет, это не тот хил, который мог бы его здесь убить. Дарксир слишком толстый. Неплохо он стянул всех героев вниз. И выживает. Ну и 4-2. Что по графикам? По графикам элемент сведут уже очень прилично. Но это видно. Верхнюю линию они доминируют, на нижнюю у них возня, и центральная линия стоит ровно. И вот эта возня на нижней линии слишком много дает. Причем зомби вообще юзлес стал. Он как-то и снизу не помогает, и вообще нигде не помогает. Да, просто, вот просто каждый вот этот разгон, они отходят от крипов. Скрину, конечно, очень приятно. То, что происходит. Просто кэрри не фармит. Пока я здесь, на линии. Как хорошо. Ну, да. Пока так и выглядит. Ну, если бы еще Сайленсер не фармил, был вообще классно. А вот Драгонайт прижимает свою первую форму. Немножко сейчас он попроще будет размениваться по ХП, дает Брэсфайр. Тавр, очевидно, пропушить здесь не получится. Поэтому форма фактически уйдет никуда. Ну вот, может тычкануть. Ой, ну я так чувствую, он уже тут подзачковал. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, как же залетели сюда, и Сайленсер умирает. Должен догореть. Хотя, Орбо Веном, да, заберут Сайленсера, но могут забрать ДК в размен. ДК живет, ДК, разворот, Спиритбрейкер отлично отыгрывает. ДК забирает всех зомбей, зомби против ДК, ДК уходит. Здесь же Бэтрайдер не успевает ничего сделать. Немножко застакали дизейбл, из-за этого выпустили Сайленсера. Так бы могли вообще идеально разобраться. Но все равно хороший размен, Сайленсер не получил инты, и его забрали. Ну да. Получилось действительно здорово. Нужно было как-то приостанавливать этого Сайленсера, слишком хорошо начинал. А так Драгонайт получает на нем фраг сделал, соответственно, вырвался немножечко вперед, и у них разница уже образовалась 700 монет.
Ну и действительно, все три линии элементами пока выигрываются, и ждем, когда вернется у нас Тазлик, отлетел товарищ Солоч, тут же возвращается. Ну что, начало в целом за элемент. Все-таки вот активная вот эта вот игра Spirit Breaker, она многое позволила сделать. Хороший Space Ozzle Screen. Ну, это вот один из двух его самых сигнатурных, наверное, героев. Вот дай скрину Spirit Breaker, или дай ему Night Stalker, и он тебе сделает весь early game. Так вот зачастую и получается выиграть матч. Ну и пока Вега не могут найти, что же делать. Ну, фармить пытается Ликантроп, понятное дело, и Сайленсер тоже фарм нужен. Правда, не всем понятно, в какой это билд он будет выходить. Конечно же, и Бэтрайдер будет стараться где-то фармить стаки нейтралов, чтобы купить себе Блинкдагер. Ну и вот до того, пока не появятся первые айтемы, Вега с Квадрон, конечно, драться не смог. Ну, первых айтемов вообще далековато. Заходит Геркоптер просто в наглую за тавер, дает кулдаун, глобал юзается, чтобы в миде себя спас сам Сайленсер. Это, в принципе, удается сделать. Но, опять же, важнейший ультимейт был потрачен. И не будет его еще две минутки. Это много. При этом никого не удалось забрать. Да, еще вообще какой-то глобал кулдаун, я так смотрю, куда он был скастован, зачем. На себя, чтобы спасти. Ну, понятно, да, но так получилось, что он действительно на халяву. Так, и выход. Выход в пуш вышки. Здесь, конечно, зомби. Зомби, да, уходит Дазл для того, чтобы подсейвить Ликана. Зомби остается один, и это идеальный момент. Знают, что не будет никого. Накачивают, очень хорошо. Пошел первый нюк. Ну-ну-ну, еще раз нюкнуть его. Ой-ой-ой, не смог. И сейчас еще из-за тамбы заберут. Да, Кингер здесь умирает. Да, его просто разнес Сайленсер. Зомби оказался толстоват. Нужно отходить. А, не по зубам героям. Ну, снизу, кстати говоря, там упала вышка уже, у команда скрина ее здорово забрала, это дабла продолжает доминировать, несмотря на то, что сейчас забрали саппорта, но это всего-навсего саппорт, и здесь уже фуловый ДК продолжает бить вышку и идет дальше, танкует, нужно снести тавер, сносят тавер, стан по зомби, нужно раскастовываться. Быстро его можно разобрать, все, ошибочка приключилась небольшая. Сайленсер, конечно, добирает итоги гирокоптера, но не факт, что он уйдет, потому что здесь генерал отпивается ботом. Стан появится буквально через секунду, он его сейчас должен заюзать, и будет брестфайр. Да, и подтягивается оракл, да, это минус сайленсер. Ну, а хороший размен, несмотря на то, что убили Гирыча, убрали вышку и сайленсера. Опять же, сайленсер самый толстый герой по фарму в команде Вега. Да, причем довольно диким таким отставанием идет Ликантроп, дальше после него в 1000 монет. Вообще, у Паши настолько все плохо, что он пошел в леса фармить. Ой, а скрин как тут оказался-то вообще? Сюда же нельзя зайти. Он, видимо, вот такой бежал на чардж. Да, на чардже остановился. Видимо, на сайленсера брал разгон, на сайленсера внезапно погиб, и скрин встал. Ну да, да. Ну нормально, кстати говоря, он так остановился. Но он же в любой момент отсюда убежать может, он просто ждет момента. Появляется блинк на ДК, сейчас будет мека на Дарксире, и вот это вот «давайте драться после 10-й минуты» стратегия, она как никогда может сработать. Все верно, и причем мне нравится, что именно первым артефактом Dragonite покупается Блиндагер. Вот вспоминаются лучшие времена Team Empire, весны этого года, когда они подобные стратегии, Resolution на Dragonite первым блинком ходили, ломали товара очень рано и очень быстро. Но прилетает Зеренем скрин, Томстон до сих пор стоит, его не сбили, прожимается Global, Бэтрайдер здесь, но скрина, по идее, отпустить не должны, слишком много было потрачено всего, чтобы выиграть файт. Ну хотя бы спиритбрекер убить надо. Секунду до чарджа, и он почти был близок к тому, чтобы... Сгорел. Однако еще на развороте. Здесь же Дарксир, здесь же ДК, который уже убил Сайленсера с гирокоптером в миде. Они ведут на зомби, зомби с ДД, но ему это не особо помогает, его уничтожают. Дальше гирокоптер пошел, гонится за Ликаном, Ликан он не догоняет, теперь гонится за... Соло он догоняет, Соло нужен вешать грейв, Соло вешает грейв, 5 секунд. И... Да, и забирают Соло. Здесь же Дарксир, у которого все еще нет меки, она только лишь дома. Можно спокойно забирать тавр. Да, какой-то просто суперконвейер устроили. Но на самом деле даже это не суперконвейер устроили Вега, это как-то их пособирали как грибы на карте элементы. Ну, знаешь, активно очень проявили стадию лейнинга элемент с Pro Gaming. Это все как раз-таки результат того, что набегал скрин. Получилось очень круто, и Dragon Knight в миде помогли, и снизу скрин. Хорошо пофармили. Скрин! Скрин! Что делает? О боже, он убьет его сейчас. 16 хп. Масло налито. Нет. А чардж же есть, да, убивает. Скрин. Просто Соло размотал. Он размотал Бэтрайдера Соло. Убивец просто.
Ну, очень хотел скриндек, я понимаю, выиграть третью карту. Ну, там два баша. Пока делает все возможное. Все как надо, в общем, зашло против этого бэтрайдера. И сайленсера могут найти. Ой, сайленсер. Ой, ошибается. Пошла ульта. Цепляют сайленсера. Ну, далеко ведь ушел уже. Неужели пойдут его до конца добивать? Сайленсер на развороте немножко подрался. Пришел Ликан, ставит стом-стом. Большие проблемы у Элитана. Получает подстрел Кингера. Надо сваливать. Теперь нужно томбиков разрушить. Dragon Knight ворвался на Ликантропа. Ликантропа через 5 секунд будет форма. Ну и вроде как смогли элемент отойти, никого не потеряв. Бежит скрин. Но скрин тоже разворачивается. Ну вот уже так они глубоко давят, и при этом их не наказывают. Немножко тревожная ситуация, потому что сейчас все оказываются в этой точке. Бэтрайдер цепляет ДК. Но ДК это, может быть, не самая лучшая цель. Тамба стоит где-то в другом месте. Глобал. Никто не может кастовать. Но на самом деле и не очень-то и нужно такое ощущение. Вакуум в одного. Скрин побежал. Засейвили ноуана. Ноуан некоторое время еще будет жить, но недолго. Герокоптер забирает бэтрайдера. ДК минусует двоих. Дарксир забирает еще одного. ГГВП. 13 минут 5 секунд. Здорово поиграли в тот. Здорово. Фейк, говорит. Сори. Сори, мисклик. Да. Ну, вообще, да, это Драгонайт написал, по идее, должны были ребята из Вегас Квадрон написать. Вообще, за такое могут и наказать. Если бы играли где-то на ВЦА, там в правилах четко прописано. Если ты пишешь ГГ, все, ты сдался. Неважно, мискликнул ты или не мискликнул. Ну, вообще могут. Но здесь, не знаю. На самом деле, это может быть такое легкое анманерство, которое, типа, за мисклик. Ну, может быть, действительно, какой-то мисклик. Там, хотел написать «отходим». Что-то, ну, типа, да, да, этого. Может быть такое. Не, было бы, например, анманерс, если бы написал «изи» как-нибудь вообще. Ну, чат, да, мог хорошо сыграно просто. То есть здесь, ладно, не будем на эту тему загоняться. На самом деле, отличную драку провели, которую мы все какую-то херню прообсуждали из-за этого ГВП. Ну да ладно. Очень все здорово сделали, уже там без тамбы. Глобал особо ничем, ну, не помог. И очень хорошо заходит Дарксир со своей мекой на такой ранней стадии. Ну, нужно понимать, Вегас Квадрон, что сила их в масс-файте, если такая вообще есть, это, конечно, в глобале и в Tombstone. То есть, если чего-то не хватает, вы драться, в принципе, не можете. Так, вот сейчас как раз-таки тамба может быть поставлена очень круто, но... Отходит элемент. Чутье. Да, убедители. А может быть, они увидели просто на варде. Ну, вроде как в смоках, и никого не должны были видеть. Может быть, увидели какого-то волка инвизного. И теперь уже наоборот прием. Но здесь тамба на Рошане будет слишком опасная. Бэтрайдер пошел. Кастуется ультимейт, ни в кого не попадает. Бэтрайдер попадает под ультимейт, стоит тамба, но Бэтрайдер... Но никого не может лассо зацепить, ты посмотри, его просто съедают. Лассо дал, но уже посмертно фактически. Ну его изничтожил Оракул. Да, ГГ. Все, вот теперь уже настоящая ГГ. 15 минут, немногим больше. Просто Оракул испарил этого несчастного Бэтрайдера, он дал в него там первый, третий, и в итоге Бэтрайдер лопнул на месте. И 1300, да, очень хорошая драка удалась на Рошане, в итоге действительно 13-30 фейк ГГ, ну 15-10 уже настоящая ГГ. Ну элемент прямо вот красавчики в третьей игре собрались. Как мы видим, если Веги не дать играть в пуш такой жесткий, то с ними гораздо проще. Просто в пуше с ними тяжело. Тут скорее даже позволили элементам поиграть в их игру, вот так вот навязать свои вот эти вот бесконечные перемещения, роуминг, к которому Вега просто оказались не готовы. Ну, все же довольно все-таки жадноватый пик, сделать сайленсера себе такором, ликантропа, которому нужны деньги, нужно фармить, бэтрайдеру нужен блинк. Конечно, там такие нежатные абсолютно герои, как спиритбрейкер, там какой-то оракл, дарксир, ну, спирит, герокоптер, да все они просто идут и ломают. И, ну, Вега с этим просто не справились. И стадию лейнинга проиграли, потом уже замесы 5 на 5 было, ну, практически невозможно выигрывать замесы. Тяжело пришлось Вега. Ну, в очередной раз элементы доказывают, что они сильнее Вега Сквадрон. Сделали они уже дважды на этом турнире. И в верхней части сетки, теперь и в нижней. Выбивают Вега из возможности посоревноваться за заветный слот на лан-финалы. Ну, и в итоге нас с вами... Где-то в гранд-финале будет ожидать повторение финала Винеров. Team Spirit против... Elements Pro Gaming. Ну, завтра должен быть сыгран гранд-финал. Я точно не помню по времени. Что-то вроде... Так, сейчас давайте мы посмотрим. Завтра... Да, завтра тоже в 19.00. Тоже в этом же месте вас ждет замечательный гранд-финал. И будут играть Spirit и Elements. Это действительно две самые сильные команды на этих квалификациях. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Для вас сегодня с 16 часов по Москве работали
Мейлшторм и адекват. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч.